рыбаки. Рыбачим прямо на масле. Совместно с прокуратурой Росприроднадзор провел внеплановую проверку компании, эксплуатирующей загрязненный участок. В службе добавили, что по итогам проверки и анализа проб будет рассчитан ущерб. В российском Greenpeace прокомментировали разлив нефти на поверхности моря в Новороссийске. Единственный и эффективный способ решения экологических проблем, связанных с авариями на объектах добычи и транспортировки нефти и других ископаемых видов топлива, это постепенный отказ от них и переход на зеленые источники энергии. Сочинцы обеспокоены тем, дойдет ли нефтяное пятно до акватории курорта. И вот как сложившуюся ситуацию сегодня прокомментировали в Сочинском географическом обществе. Может, за счет течений, которые движутся вдоль берега, а также от скорости рассеивания нефтепродуктов, зависит от целого ряда факторов, которые, в общем-то, достаточно хорошо уже изучены, отработаны методики ликвидации этих последствий. Маловероятно, что не будут приняты необходимые меры, чтобы задержать это пятно с помощью специальных бун в районе Новороссийской бухты. Ученые отмечают, что прибрежные морские обитатели могут пострадать только в том случае, если нефтяное пятно будет выброшено на берег. А если меры по локализации разлива примут вовремя, то угрозы не будет.